Привет! Пришло время телегида. Я, Анна Троян, расскажу, как отдохнуть вместе с нашим каналом. Ох, и подсластит ЛРТ масленичную неделю. Киноленты с разными приправами не дадут нам соскучиться. Не переключайтесь, все подробности далее. Множество открытий нас ждет на этой неделе. Во вторник на ЛРТ стартует цикл документальных фильмов «На пределе». Авторы ведущей программы проверят безопасность устройств, которые делают нашу повседневную жизнь комфортной. Покажет, так ли надежный транспорт, которым мы пользуемся, гражданские и промышленные сооружения, в которых работаем и живем, а также бытовые изделия и материалы. Будет интересно по будням в 9:30 утра и вечером в 17:30. Очень быстро нагревается. Уже 80. Обалдеть. 97. На то, чтобы вскипятить воду в кастрюле на войлочном диске, у нас ушло всего-навсего 3,5 минуты. Трение, несмотря на все годы, до сих пор работает. Угу. Придется покупать новую болгарку. Ну, да. Наука. Последний зимний четверг ЛРТ перенесет нас в идеальный мир будущего. Фантастическая лента «Посвященный», безусловно, достойна вашего внимания. Картина знакомит нас с главным героем, который живет на планете, где больше нет боли, страданий и насилия. Однако все это достигнуто большой ценой. У людей больше нет воспоминаний, а их эмоции полностью подавлены. Что же будет, когда парень узнает, каким на самом деле является их мир? Увидим 27 февраля в 22:00. Мы начали все заново. Создали новое общество. Полноценное общество. Его краеугольными камнями были правила. Мы заучивали их с детства. Правила гласили: правильно употребляй слова, носи предписанную тебе одежду, делай инъекции каждое утро, соблюдай комендантский час, никогда не лги. Отдохнуть после рабочей недели вы сможете с неповторимой Николь Кидман. «Прежде чем я усну» – лента о женщине, которая не может запомнить события дольше, чем на один день. Заинтригованы? У героини практически нет прошлого. Она никого не знает и абсолютно одинока. Однажды ей помогает доктор, и тут-то обнаруживается, что некоторые вещи лучше было бы и не вспоминать. Все подробности в пятницу в 22:00. Бен, наша свадьба. Кто вы? Я твой муж, Бен. В течение недели в городском округе Люберцы было много событий. Не пропустите все самое важное в нашей программе «Итоги недели». В часовом информационном выпуске вас ждут интереснейшие репортажи минувших 7 дней. Смотрите в субботу и воскресенье в 10:00 и 19:30. Условия максимально приближены к реальности. Каждая минута на особом счету. Несмотря на то, что это всего лишь учение, спасатели не расслабляются. Ребята получили задачу здесь, так сказать, такую же, как они получают при реальном вызове на пожар. Информация у них была минимальна. Работали они, так сказать, с листа. Как вот они должны были работать, так они проводили аварийно-спасательную работу здесь. В субботу нас ждет весьма поздний и интригующий ужин. Приготовьтесь. Один вечер в ресторане. Две семьи за столом. Будущий премьер-министр и его брат с женами. Изысканная трапеза превращается в поле битвы, а судьба их детей – в разменную монету. Как далеко способен зайти отец, чтобы защитить сына, совершившего преступление? Увидим 29 февраля в 23:30. Я думал, детей надо развлекать, чтобы научить чему-то. Я заблуждался.
История не может соперничать с видеоиграми, Ютьюбом, Твиттером, Фейсбуком, Инстаграмом, Тамблером, Снэпчатом, Вайном, Киком, Берноутом, Виспером, Якьяком, Скайпом, Стиндером, Грайндером, Текстингом, Секстингом, с порнографией и с отупляющим цирковым шоу под названием «Голливуд». На этом все. Полный обзор программы и фильмов нашего телеканала ищите на сайте www.lrt.tv. Там много интересного. А еще подписывайтесь на ЛРТ в соцсетях и встречайте весну во всеоружии. С вами была Анна Троян. Пока-пока.